чемпион мира Геннадий Головкин рассказал о дальнейших планах после победы над Ванессом Мартиросяном. Их поединок прошел утром 6 мая по времени Астаны. Развязка поединка наступила во втором раунде, когда казахстанец нокаутировал соперника. «Я чувствую себя отлично. Я снова в деле. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванесс отличный боец. Он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде я думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось. Это большой подарок для всех на Синка Димая. Я хочу у всех соперников в среднем весе. Реванш с Канело в сентябре. Если он готов, то я готов в любое время. Я готов драться с кем угодно. Я чемпион уже 9 лет, и у меня куча поясов. Парни, если хотите, приходите и попробуйте забрать их. Пора зачистить дивизион», — сказал Головкин в ринге. Отметим, что для Мартиросяна это поражение стало первым досрочным и четвертым в карьере. До этого поединка Ванесс трижды проигрывал решением судей.